Всем привет-привет, с вами Олег Блэк, и мы продолжаем. Так, погнали. Alan Wake. При свете дня в окружении красот северо-западного побережья было трудно избавиться от сомнений. Они лезли в душу, я все еще мог свалить. Все или иное бред. Воображение с готовностью рисовали нужную картину, что все это время провел в доме, в плену у своих видений, обезумев от горя после смерти Элис, как убеждал меня Хартман. Но наверняка нет, не узнаешь. Я сказал себе, что это имело значение, мой путь. Блять, все пиздит, Алан. Вот тебе только попиздеть. Ладно, погнали, что у нас там? Пистолет, о, день сейчас у нас. Слушай, а прекрасный вид, когда день. Так, как мы идем туда? О, не, а вот же наш драндулет. Какой прекрасный внедорожничек. Давай, поехали. Друн-дун-дун-дун-дун. Эх-хе-хе. Блять. Какие виды, ты посмотри, а. Хорошо. Едем добраться до озера Колдрон. Интересно, долго ж мы будем добираться или не? Ой, что-то драндулет с драндулетом случилось с моим. Эй, что ты не едешь? А, это кнопка. Пардон, друзья. Так, тут можно стопорнуть, что там? Можно тачку поменять? Можно на другой драндулет пересесть. Ну ладно, мы этого делать не будем. Мне нравится этот внедорожник. Поехали. Такая музычка такая настораживающая. Пардон. Так, шо, далеко нам ехать еще? Что-то все, начинается тьма опять, блядь. Сейчас начнется. Дровосеки, блядь. Челлы эти повылезают. Ну давай, на таран, блядь. Ой, отличная была идея. Ну ладно. Так, все, мы идем пешком. Я так понимаю. Блядь, ну конечно же, начинается, как я и сказал. Тьма прикоснулась ко мне. Между нами была связь, и всегда будет. Я вновь почувствовал ее присутствие. Она приближалась. Опять эта, блядь, старуха ебнутая. А, ну все, я же сказал, я убью тебя, твою жену. Ну, сука, угрожает, ты посмотри. Ну-ка, давай. Иди нахуй. Ого-го, кидай, давай. Блять, по ебальничку. Опа. Смотри, видел, как я увернулся, блядь? Охуенно, правда? Да давай, перезаряжай, блядь. Ага, хуяк на реакции. Ну-ка, пошел нахуй. Эй, блядь. Тучки. Ой, хорошо. Размазал мудаков. Так, попиздовали дальше. Впереди нас ждет несметное количество, я так понимаю, этих контрольных точек. Ебучая ворона, иди отсюда, блядь. Эй, гори. Сука какая. О, еще машинка. Ну, поехали. Теперь у нас уже вот седан. Не седан, хуй его знает. Я сейчас не знаю, седан-то не седан. Ладно, поехали. Туман, бля, темнотища наступила. Бля, сколько тут тачек. Ой, ё-моё, там он какой-то военный тазик стоял. Ну-ка, пошли нахуй отсюда. Что-то вы не туда, не сюда, братва. Эхе-хе, едем, бля. Так, куда мне дальше? Ё-моё, ну-ка иди нахер отсюда. Так, подожди. Нам вот сюда, да? Вроде да. Так, а это что, стоянка какая-то ебучая? Не-не-не, сюда нет? Блять, или мне туда? А, не-не-не, вот я так проеду, все заебись. Поехали, ёпту. Ай, блять. Что ж, понаставили своих драндулетов. Тут можно, короче, тачки менять на каждом... Блять, научись ты ездить на каждом углу. Классная, кстати, машина. Управляется, правда, как кусок мыла. Блин, да что ж это такое? Так, я вижу свет. Уй! Блять, усмиритесь, катушки! Катушки ожили. Так, я спалю вас всех нахуй! Гори! Гори, сука! Ну-ка, пошел нахер. Где катушки? О-о-о! Где она? Вон она, ёбнутая катушка. Ну-ка, давай. Давай. Война с катушкой. Ух, блять, ослепила. И мы снова идем пешком. Блять, куда ж ты поворачиваешь? О, что это там за черт?
какой-то. Шито впереди там, он торчит. Шито. Вот, видишь, какие рога какие-то, блядь, там вон. Хуйня какая-то, блядь. О, ебать, тут фальшвейеров. Я думал, это целая тачка фальшвейеров. Не, хуйня. Ладно, пойдем. Пойдем дальше. Кто? Кто? Где? Кто? Кто? Что? Что? Одумайся, ведро, блядь. Тихо, тихо, тихо. Ай, ай-яй-яй. Ой, ой. Да что ты стоишь? Ты что, блядь, дурной, что ли? Ну-ка, фальшвейер нахуй. Ой, это не то. Умри. Тихо. Больно. Блядь, безумные бочонки. Пиздец, меня бочонками просто убило какими-то с ведрами. Так, ладно. Не-не-не, мы никуда не едем. Мы попробуем, так сказать. Сейчас, подожди, так фальшфейеры же есть. Вот что ты меня наебываешь. Вон еще фальшфейеры. Ну, сейчас кинем, короче, фальшфейеры, пройдем на изи. Сейчас. Так, кто? Вот, бочка. Одумайся, бочка, не надо тебе это. Колесо, иди нахуй, колесо. Так, все нормально. А то что шо, они что-то меня просто закидают сейчас. Вон, тут смотри, черт какой-то стоит. Впереди, вон он. Ой. Что такое, еще кто? Что происходит сегодня, я не понимаю. Так, надо зажечь. Ой, дерьмо какое-то, посмотри. Жись. Колесья нападают. Так, больше никого? Не, вроде никого. Ну я по крайней мере. Блять, ты что, это видел, блядь? Я чуть не провалился сейчас. Алан, ты что, дурак? Ой, блядь. Да что ж такое? Ебать. Ну-ка нахуй. Тихо-тихо, холодильник. Блять, что ж ты делаешь, холодильник? Одумайся. Ай, блять, мусорный бак. За что? За что? Тварь. Не, ну ты это видел? И что, опять сначала? Да вы заебете. Господи. Зачем так? Ладно, это выглядело легче, так сказать. Этот мост. Так, иди нахер. Иди нахер. Ай, сука, какая ж ты тварь. Умри. Умри, тварь. Так. Что там, блядь, светит? Так, а если вообще пробежать нахер все это? Ой, блядь. Ты смотри, смотри, что происходит. Ебать. Ну это просто трэш, так сказать. Трэш-контент какой-то пошел. Так, попытка номер 785. Блять. От Олежки Блэка. Давай, я уже запомнил, так сказать, что здесь поднимать. Не, ну это смешно, надо пройти уже реально. О, тут каждый раз другая бочка оживает. Не, нихуя. Вот так вот. Так, надо посмотреть сейчас, что здесь будет подниматься. Из вот этих. И проходить быстро. Пока мост сломался. Да ты прекратишь вот это делать? Смотри, смотри, колесо одичало. Ой, сука какая. Так, что еще? Бочка. Так, тут я не пройду. Мусорный бак. Мусорный бак. Блять. Злой мусорный бак. Так, тихо. Тут еще сейчас может что-нибудь сломаться и все, блять. Я... Ой, 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 сука. Так, тихо, тихо. Ебать, тут проверка на прочность. Что ж ты кидаешь-то, твою мать? Тихо, тихо. Ты где, блять? Ты смотри, занырнула за мной. Ну-ка, иди нахер. Блять. Почти я у фонаря. А, теперь мистер Кран будет пиздиться со мной. Ну-ка нахер.
Блядь, да что сегодня с мышкой, я не понимаю, сука. Все так она и норовит. Ну-ка, умри. Умри, твою мать. Ты сейчас как ёбнет мне. Блядь, почему ж так... Сука. Почему ж так все... Ой, по-конченному. И ни одной, серьезно. Ни одного сохранения. Ой, блядь. Ну вы уроды, если честно. Ладно, не горим. Выбрать сразу фальшфейеры. Меня, если честно, уже это надоело, так сказать. Ну-ка, уйди. Так, все, сейчас. Я уже тут запомнил, как тут что происходит. Так, вот сразу вот это. Вон тот бочонок. Что еще? Так. Что такое тут? Надо прибегать. Так, тихо. Кто еще? Кто еще, твою мать? Блять, сейчас бы свалился и пиздец. Блять, да что происходит? Твою мать. Сейчас, иди. Блять, вот она. Вот эта тварь. Так, кто еще? Так, где эта тварь? О, холодильник. Дохни, холодильник. Так, заряжайся. Где? Сейчас поебалу я получу. Не-не-не-не-не, тихо. Бля, замолчал, аж сосредоточился. Так, подожди, сейчас сразу зарядим. Перед этим ебаным краном. О! Краник, сейчас мы ему кинем. Что там с ним происходит? Ой, хорошо. А, ему вообще похер, то есть, да? Сдохни, сука. Бля, ебать, как темно стало. Фу. Я тоже рад тебя видеть. Ты с машиной разговариваешь? Алан, нельзя с машинами разговаривать. Если ты разговариваешь с машинами, то ты дурачок. Поехали. Наконец-то, господи, это место прошли. Так, тихо. С косой выбежал, ты видел? Ё-моё. Что здесь такое? О, сейчас будет, смотрите, как во флэтауте будем. Сейчас будем истреблять этого. Ну-ка, давай. Блять, да что ж, кусок говна не... Ой, хорошо, все. Это все? Так, расчехлили свои косы там. Так, мне надо выехать на дорогу. На дорогу, на прямую, так сказать, плоскость. Ой. В моей машине пиздец, по-моему. Не, еще едем. Кто это там бежит? Такой быстрый. Так, быстро, едем. Что там сзади происходит? Не знаю, там какой-то свет дико горит. А шум, музычку по напряжению нельзя? Что это за говно? Твою мать, дорога начинает проваливаться. Тачка ломается. Хуйня какая-то летит. Блять. Ебучий автобус. Ну в смысле? Алло, блять. Ой, сука. Катушка. Блин, я ж почти доехал. Ну вы что, прикалываетесь? Ой, еще катушка. Катушка, блять, монстр. Ой, сука, почти в ебальник прилетела. Ух. Черные какашки, главное не ступать на них. Вот это он, бля, спортсмен. Так, ну мы на свету. Здесь нам ничего не угрожает. Может быть. О, ружьишка. Это что у нас? Дробовичок. Хорошо. Так, что у нас тут? Больше ничего нет? Ну все. Еще машина. И что, на ней можно ехать? Не. Ой, а вот и черные какашки эти. Ладно, похер на вас вообще, если честно. Фальшфейер?
Так, сейчас я их пожгу на всякий случай, а то вдруг будет перестрелка. Да не, я думаю, не будет. Вон там, по-моему, еще точка стоит. Блядь, сколько тут добираться до этого озера Кулдран? А, не будет. Чё ты там, блядь, пиздишь? Чел, чел, съебись отсюда, блядь. Ой, сука какая-то, посмотри. Ну ничего, сейчас ты с дробовичка у меня получишь. Ай, хорошо, когда, правда? О, двоих, блядь, одним выстрелом. Вон еще бегут придурки, блядь. О, иди отсюда нахуй. Иди, блядь, я тебе сказал. Так, тихо. Ай, хорош, блядь. Вот как я разъебываю. Вот какой я меткий. Вообще просто, блядь. Тир. Срочно. Так, я думал, фальшфейер можно подобрать. Не. Так, еще кто-то тут будет? Патрошки кто-то мне тут оставил. Сколько патронов? Зачем мне столько патронов для револьвера? Ёб твою мать. Ну давайте, давайте. О, там еще, блин, патроны. Ну-ка нахуй пошли, блядь, козлы ебаные. Да, блядь, ты что, издеваешься? А что он не светит, я не пойму. Блядь. У него батарейки кончились, он что, блядь, придурок? Алан, ты придурок? Ну-ка. Сука. Вот твари, съебались. Еще, бля, сколько у вас тут? Ну-ка нахуй, с пляжу. Я тут лежу. Так, где ты, сука? Ай, хорошо как. One shot, one kill. Один патрон на рубаше остался. Перезаряжай один патрон. Че патрон для револьвера? Хорошо. Ту-ду-ду, ту-ду-ду, ту-ду-ру-ду-ру-ду-ду. О, для дробаша. Ну-ка нахуй пошел, я перезаряжаюсь. Съебитесь. К себе домой. Я иду, сука, на озеро Кулдран. Воевать со старухой. Так что вам тут не место. Вам здесь не рады. Идите нахуй. Так, о, еще драндулет. Бля, да это шо? Я не понимаю. Мы будем шо, кататься на тачках? О, как мы проходим классно. Катаемся на тачках. Нам дают побегать по тоннелям. Вообще здорово. Нелинейная игра. Ну, блядь. Сюда, что ли? Да-да-да. Во-во-во, я вижу-вижу. Ой. Ой. Что ж такое? Так, мы приехали к какому-то сраю. Я вижу стрелочки. Значит, там тайничок. Так, что тут? Ворота. Ага. Так, возьму-ка я на всякий случай. Так, где стрелочки? Вон туда куда-то. Подожди, подожди, подожди. Вот тут. Тут ничего нет? Вот стрелочка. Тут кто-то пыхает, опять я слышу. Напыхивает кто-то тут, напыхивает. Слышишь, да? Я слышу. Вот так вот. Блять. Нахуй. Запугать нас хочет. Но мы-то, блядь, не боимся. Ты чё, нахуй? Я еще не успел вообще взять. Ай, блядь, ты смотри, нахуй, какой. Вот чмо. Я еще не успел даже все боеприпасы спиздить, а они уже... О, слышишь, блядь, это пиздец. О. Чё? Все, блядь, перестали дышать. Вот суки, а. Ладно, хоть мне топовый фонарь оставили, и на том спасибо, уже приятно. Так, нам сюда получается, да? Читать, что тут написано. Все посетители должны отметиться у смотрителя. Спасибо, мы не будем отмечиваться, мы будем заходить. Ах ты какой, где ж ты прятался, ну-ка. А если вот так, блядь? А, сука. Вот так, блядь, а? Уже не нравится что-то, да? Где вы, блядь? Все? Вот, сука, напугал меня, ублюдок. Что это здесь у нас?
Охотничье ружье. Подожди, а я это, да, сменю, пожалуй. Давай, давай, бери, бери. О, хорошо, похожу с ним. Ебись. Так, у нас тут термос с кофе. Еще батарейки. Так, дали нам полутаться. Это даже, я тебе скажу, очень-очень хорошо. Так. Так. Что у нас тут? О, еще ракетница. Хорошо, еще. Еще и световые гранаты, светошумовые. Так, подожди, дай-ка я револьвер перезаряжу. Все, тут больше ничего нет. Это подозрительно спокойно. Ага. Куда я смогу выйти потом? Окей. Так, жмем. Ты, я ворота открыл, да? Ну да, где ты, блядь? Ах ты, сука какая. Блядь, пиздец, подкрался незаметно. Как говорится, надо выйти отсюда, блядь. Ой, хорошо, когда? Сейчас, дети, суки. Че музыка-то играет, блядь, дети, козлы? Ого, бежит, бежит, блядь, кто-то. Блядь, ебать, ты меня напугал, сука. Откуда он взялся, ты это видел, блядь, сейчас? Я охуел. Может, хватит это шмаловыми кидаться? Фальшфейеров нихуя нет. О, ладно, поехали. О, бля. Заебли. Так, ну-ка, ну-ка, нахуй пошел. Так, там еще долбоебы. Тихо-тихо, машину чур не пиздить. Машина ни в чем не повинна. И имущество не мое, между прочим. Будете потом фабрики свои платить сами. Ну-ка, пошел нахер. Слушай, тут уже... Смотри, что он делает, а? Давай-давай-давай. Ну-ка, пошел. Ой, хорошо, что это там летает, смотри. Там какой-то драндулет, я вижу, летает. О, трамплин, трамплин. Ю-ху! Пока еще будет такое? Мне понравилось. О, еще, еще. О-ху! Вот этот трамплин, да. Так, какая-то хуйня. Сейчас мы вот тут драндулет свой припаркуем. Так, добраться... Круто, добраться. Так, что у нас тут? Фальшфейеры. Угу. Так, вот здесь можно куда-то забраться. Так, а это что сделаем мы вот этим? Так, это я заведу. Ой, хорошо, ой, хорошо. Давай, давай. Ага. О, вижу, понял. Там надо запустить что-то, да? Что это взять? Здесь... Откуда ты это берешь? Все, ладно. Погнали дальше. Так, ну к концовке мы, я так понимаю, близко. Уже. Что это там блестит? Так, и что сейчас будет? Кто там, блядь, на этот раз? Йоу, сейчас трактор живет. Ну смотри, блядь. О, блядь, трактор. Ой, ой, ух ты, сука, какой трактор, а? Ну-ка, давай, давай. Умри. Я еще слышу там этих козлов, блядь. А, вот это да, вот это сложность, смотри. Тут лох. Давай, давай, уйди отсюда, блядь. Хорошо. Ты посмотри, что с тачкой сделал. Не, ну кто мне теперь вот это установит? Так, ладно. Играет страшная музычка, значит, ну, я просто так отсюда не уйду. Ну, поднимай быстрее эту хуйню, я хочу уже пройти отсюда. Давай, мне здесь неуютно. Ну-ну-ну. Ой, что-то там я еще не взял. А, не, это электричество просто. Так, все, блядь, могу пробегать. А, не могу? А, могу, могу, могу. Побежал. Ууу, все. Господи, еще машина. Серьезно? Едем дальше. Едем, едем. Соседнее село. На дискотеку. Так, блядь, едем, едем. Во враг не ебануться, главное. Ездим по лесам. Ой! Как я... Что? Ладно.
А как я не разломал сейчас ее ограду, эту деревянную, машиной? Вот еще один фонарь. Еще одна контрольная точка. Что у нас тут? А, у меня полная. Подожди, я дальше пешком что ли иду? Когда в ярко освещенном комнате я рассказал Барри о своем плане, я притворился, будто знаю, что делаю. Но это не так. Меня вела изменчивая логика сна. Я должен был пробиться к озеру, пройти через все ужасы ночи. Я должен был щелкнуть старым выключателем, хранящимся детскую магию. Я должен был написать счастливый финал для романа ужасов. Я должен был спасти жену из темной тюрьмы. Так. Не сюда. Опять, блядь, тут кто-то пыхает. Так, а слушай, я правильно иду смотреть? Что, мне сюда тебя, типа, предлагаешь, да, спрыгнуть? Мы прыгнем, там, бля, вороны будут. Бля, я не люблю такие замкнутые помещения. Блядь, у меня дохуя этих патронов. Чик-чик-чик-чик-чик. Так, что это такое? А. Ну, давай, двигай. Ух! Эх! Хорош, хорош. Силач. Где ты таких силачей видел когда-нибудь вообще? Ох, бля, хорошо, так. Какой-то сарай, блядь. Похоже на какую-то игру с Дикого Запада. Тут, так сказать, домики, салуны. У, блядь, воронины летают. Так что начинается. Тихо, надо включить эти светильники. Светильник один включен. Я никогда тебя что? Фокусироваться на чем? Хуйню сломала. Так, побежали к фонарю, короче. Охуй. Бежим к фонарю. Туда нельзя было бежать? Бля. Ой, я дурил. Ладно. Ладно, все нормально. Все нормально. Этого не было. Забыли. Только что никто ничего не видел. Значит. Все. Да. Ладно. Ну давай, что не хочешь? Давай. Хорош. Крош. Так. Надо свет включить. Сейчас, когда эта хуйня начнется, короче, надо вот сюда отбежать под этот фонарь. Все. Все, я обратно. Давай, я ухожу. Ё-моё. Так, тихо. Включай, бля, фонарь. Тихо, сейчас второй. Ух. Стрёмно, пиздец. Зачем же так пугать-то человека? Ага. А вот и местные клоуны. Так, блядь, конечно, как только отошел, сразу надо тухнуть. Но спасибо тебе. Может, я не буду с топорами тут кидаться своими? Так, вот нам в тот домик надо. Так, что там у нас светится? Ага, я вижу термос. Да хуище лута. Надо это забрать все. Переключиться на дробовик? Ну давай, переключимся. А сколько у него патронов? Не-не-не-не-не-не-не, это что тут? Там вообще патронов нет. Все, ладно, погнали. Вон туда. На свет. Что, блядь, так светит? Это большой фонарь. Ё-моё. Не, подожди, не так. Сейчас, тихо. Ну-ка, пошли нахер. Ну-ка. Эй, иди сюда, давай. О, хорошо, выжигаю, да? Пардон. Сука, дядя Вася Драндулет. Уже здесь. Ну-ка, давайте-ка. Так, тихо. Тихо. Ой, хорошо. Слушай, как хорошо, что я эти гранаты оставил, реально. Ну-ка, пошел. Ебануться, пальцы гнутся. Откуда ты взялся, сучок? Красношапочка, блядь. Красношапочка вышла из леса, ты смотри. Готов. Ух, ебать, тут фальшфейеров, ты видел? Нет, ты видел эту битву?
Это все? Ну, вроде все спокойно. Толкаем вагонетку. Давай, давай. Налегли. Раз, два, давай. Все, красава. Почти. Так, а что нам это дает? Блять, я провалился в какую-то ямку. Что тут все кряхтит? Так, вот фонарь я вижу. Так. Давай, давай. Давай, давай. Блять, двигали тут всякую хуйню. Так, вот мы и дошли. Тихо, тихо. Блять, я увернулся прям под этот. Прям под топорик. Профессионал. Учитесь, так сказать, у меня. Покупайте обучение игровому процессу. Шутка, конечно. Так, все, я под фонарем, заебись. Отлично. Вдалеке виднелась зеркальная вершина. Там же было озеро Колдрон. Где оно там? А, ну да, 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 припоминаю. Так, нам туда получается. Мы уже близко. Сказать, старуха там уже, наверное, трясется от страха. Придем с Аланом. Алан достанет свой фонарь, и все, бля, старухе просто не жить. Так, что там надо перезарядить было, бля? Что за сундучок? А, нам вот сюда. Вот в эту... Подожди. Это что за хуйня? Надо перепрыгнуть, что ли? А, надо в нее запрыгнуть было. Сейчас. Тихо. Опа. Ну, поехали. Американские горки в Alan Wake. Вот так все это и было. Как это, блядь, вообще едет? Тут уже все должно было развалиться. Ты посмотри на эти рельсы. О, мои любимые вороны. Ой, ты что, дурак? Ну светишь ты в них. Где они, блядь, эти сороки? Ёбаные. Где они, бля? Так, мы катимся с ветерком. Давай, давай, давай. Ты что, дурак, блядь, выпрыгивай. Ну, да, вот так вот. Только мы должны были вместе пиздануться совсем. Жестокая игра. Так, вот. Мы под контрольной точкой, наконец-то. Пишу мне сюда, куда мне? Даже где эти сороки ебаные? Сороки белоболки, блядь. Ну ладно, мне сюда. Куда? Что такое у вас там случилось? Все, музычка утихла. Нам дадут немножко передать. Ага. Смотри, смотри, сейчас кто-нибудь выскочит. Только вот я весь лут соберу. Переключиться на помповое ружье. Сколько помпового ружья тут у меня? Ну, бери, Алан. О, 16 патронов. Ну, это всяко лучше, чем 7. Так, подожди, куда мне, блядь, идти? А, вот сюда, что ли? А, мне по мосту вообще. Это так, я тайник случайно нашел. Все, понял. Вот и лестница. Вон, куда нам надо. Туда нам надо, как говорится. Так, сейчас мы будем... Заебете вы, блядь. Как же вы меня достали? Иди нахуй. Уйди, блядь. Отсюда. Так. Толкаем вот эту херню опять с вами. Ну давай, давай. Что ж так долго-то? И зачем? А, ну чтобы перепрыгнуть. Давай. Блядь. Что ты делаешь? Ты что, дурак, что ли? Подожди, я застрял, что ли? Это, не, ну ты это видел? И он теперь не перепрыгнет. Ну ты серьезно? Все, я сломал игру, короче. Я перешел на другую сторону моста. А как мне туда перейти теперь? Блять, это только я так могу. Не, во, все нормально. Все нормально. Нет. Ой, жестко. Так, ладно, ладно. Давай теперь так, разогнался. Да хватит там каркать, блядь. Ой, хорошо.
Вон, летят эти суки. Ой, хорошо, выжигаем. Так, надо уходить. Ох, ой, чертовы. Я, блядь, из вас суп сварил куриный. Так, мне надо, короче, пробегать побыстрее вон туда. О, что это там происходит опять? Что-то мелькает опять, мигает. Смотри, я дрова переставлял на видяху. Ничего не знаю. Ставил новую, ничего не было. Все было заебись. Это вот опять началось какое-то говно. Что такое? Ой, куда я пришел, бля, вообще? Нет, посмотри. Что это было сейчас? Я вообще ничего не понял. Так, ладно. Блять, это ебучая вагонетка там стоит. Блин, ну ты что, издеваешься надо мной? Нет, ты посмотри. Ты глянь. Ты посмотри. Что я вам сделал, твою мать? Чёртова птица. Я думал, я сейчас перейду на ту сторону, там горит фонарь, изи там все. Но я ошибался крупно. Ну давай ты. Ой, хорош. Прыгай же ты, твою мать. Так, надо бежать, короче. Тихо. Так, надо подготовить сразу фальшфейер, потому что вон там дядя Вася сидят. Где? Откуда уже я получаю сразу? Так. Вон там. Что-то горело в этом доме. Вот тут опять какашки эти, блядь. Ой, я слышу. Вон топоры уже полетели. Ой, хорошо. Не, погоди, а что мне делать с этими птицами ебаными? Сейчас я тут, блядь, все свои запасы потрачу. Где эти суки спрятались? Чё ты рычишь, блядь? Сука, бычок ебаный. Ты посмотри, бля, зарычал. Ну, какашку сожьем сейчас. Хоба. Все, я в домике, блядь. Пошли нахер. Так, что это такое? Каркают все, каркуши. Так, мы идем дальше. Потихоньку. Бля, да что происходит с этой говной игрой? Ты посмотри, ты видишь? Смотри, оп. Я вот так мышку поворачиваю, смотри сейчас. Во, смотри, стою. Вообще ничего. О, стою. Да уж. Ну, Alan Wake Remaster, да. Так, я спускаюсь в какую-то... Прямо в лес, мне это не нравится. Прямо, блядь, в самую глубь леса спускаемся. Нет, ты посмотри. Ну, здорово, грузовичок. Что тебе надо? О, блядь, быстрые мужики эти ебучие пришли сюда. Так, где он, блядь? Я не вижу его. Ага, вот один. Сейчас, тихо. Я нихуя просто не вижу, не понимаю. Ага, давай. Бля, я чеку вытащил, кинул. О, тут этот, можно зажечь. Ты что, охуел? Это видел, блядь? Смотри, какой сучок, а? Ща, я тебя разъебенькую. Ну-ка, иди сюда. На, въебальничек. Какой шустрый, блядь. Так, давай-ка зажьем. Эть, блядь. Ну давай ты нахуй, гори уже. О, хорошо. Так, достигнута контрольная точка. Собирай всю эту херотень. Литиевые батарейки там. Так, идем дальше.
Так, я ж правильно иду? О, какой винт, блядь, смотри, здоровый. Что такое? Блядь, дома падают откуда-то. Так, что происходит опять? Ну-ка, сейчас надо его... Блядь, главный дровосек, ты смотри, там идет. Блядь, почти загасил, ты смотри. Ой, пиздец вам, уроды. Ты видел, что эти суки делают просто со мной? Что все происходит, я не пойму. О, дерево горит, охуенно. Тут вообще пожар, блядь, пожар. Ой, хорошо, а что произошло? Я вообще ничего не понял сейчас. Ай, хорош. А кто там сказал? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я слышал, блядь, только что. Я, подожди, я зайду вот в эту хуетень, блядь. Ай, хорошо. Ты видел, как я уворачиваюсь? Это просто профессионал. И загоню их в угол. О, смотри, смотри, как я придумал. Ну, давай, заходи ко мне. Давай, заходи, блядь, ко мне. Давай, 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 давай. Давай, давай. Дурачки, блядь. И что? Ай, сука, какая... Блядь, какая тварь, а? Какая тварь? Сейчас я немножко отбегу, бля. Возьму-ка я ружьишко. Что, бля, самый быстрый, нахуй. Бля, что происходит? Какой-то дурдом вообще. Тихо-тихо, блядь. Тихо-тихо. Опа. А, нихуя, да? Сдохни, червяк, блядь. Какая же ты тварь, а? Как не вовремя садятся батарейки. Вот падла. Где ты, блядь? Вон он, вон он, вон он. Вон он, вон он, вон он. Смотри, почти словил. Ща-ща-ща-ща. Все, пошел ты нахер, короче. Я буду выбираться из леса потихоньку. Вон, я уже вижу. Где этот дебил? А, вот он, вот он. Ай, блядь. Подождал, бля, когда напасть? Тварь. Ай, хорошо. Кинематографично, так сказать. На, сейчас надо эту тварь уже добить, а то он меня знатно уже... Ты меня заебал. Урод. Сука какой, а. Извиняюсь за артефакты, я не знаю, что это за говно. У меня с видаком все в порядке. Это, видимо, с игрой что-то не то. Так, давай, заводи свой драндулет. Да, блядь. Заводи, что твою мать. Ух, наконец-то контрольная точка. Так, друзья, а на этом мы закончим. Подписывайтесь на канал. С вами был Олег Блэк. И всем до новых встреч. Пока-пока, друзья.